На опасном пешеходном переходе установили светофор. Он появился на проспекте Акушинского у поворота в микрорайон Кучкот. О необходимости его установки заговорили после многочисленных аварий, происходящих на данном перекрестке. Согласно статистике ГИБДД, за годы здесь было совершено 12 наездов на пешеходов, 5 человек погибли. Предполагается, что теперь число аварий значительно снизится. Светофоры также будут устанавливать и ремонтировать и на других опасных участках и поворотах на дорогах столицы. Правильно сделали. Здесь вообще дорогу перейти невозможно было. Особенно с той стороны сюда, когда бежишь. А так здесь выезжать даже легче стало. Да, так ждешь, спокойно выехал. Ничего, никому как помехи не создаешь.